Всем привет! В общем, все-таки я, значит, решила заняться своей кухней, потому что пока мы это все сломаем, пока новая постройка, пройдет много времени. И, в общем, я так это подумала и решила, что все-таки замечания правильные были мой адрес, мою сторону. Вот, и, в общем, я решила потихоньку, в общем, навести порядок на кухне, все убрать, все на места на свои поставить, потому что новая кухня у меня еще будет, наверное, не скоро. И я решила сегодня, помыла вот этот угол. Ну, у нас здесь вот так вот все, в общем, трескается, лопается, вот такие дыры, вот. В общем, я вот заткнула тряпкой, чтобы ноги не дуло, немножко помыла, плесень убрала. Я помыла вот эту стенку, чтобы немножко было более-менее, отодвинула стол, протерла стол тоже. Я вот отодвинула стол. И, в общем, вот здесь вот у нас такая плесень. Ой, сейчас я пролезу. Вот я немножко вот здесь вот помыла. Вот здесь. Так. И вот здесь вот такая вот плесень немножко. Вот. В общем... Занимаюсь, хочу немножко ее хоть помыть, убрать. Жарю поджарочку для супа. Вот. Здесь у меня варится. Я уже пустила огурчики. Вот такой наваристый бульон. И навела сегодня в этом углу порядок. Немножко сделала. Стенку помыла, внизу тоже помыла, что там было ужас. Здесь все помыла. Вот. В общем, тут все убрала, помыла. В общем, все вот так сложила аккуратненько. Ну, в этом углу у меня теперь порядок. Мой рассольник готов. Вот такой получился наваристый, вкусный, жирненький. Вот. Сейчас немножко покипит, минутки две, и я выключу. Мой обед готов. Собирала я баклажки в бутылочке от молока, от кефира. Вот обрезала, сейчас мою. Сейчас, это кроликом. Обрезала, помою. И поставлю, пусть стоят. Когда надо, мы берем. Время 11:30 ночи. Я как полуношник. В общем, хожу, сижу в бане. Это вот такая наша баня. Она у нас горела. Вот, ну, вот эти все остались. Бревна остались. Тут была обшивка. Она вся сгорела. Вот. В общем, потолок мы сделали вот новый. Вот. В общем, у нас здесь был пожар. И, в общем, заново мы все делали. Бревна еще вроде такие неплохие. Я топлю печку. Сейчас пойду за дровами, еще наберу дрова. Я боюсь, что замерзнет у нас здесь вода. Потому что... На улице ночью будет минус. Сейчас я в интернете посмотрел, минус 19. Ночью обещают минус. Я смотрю, чтобы сюда жар не шел. Как бы камеру не испортить. Вот, ну, в общем, ночью обещают 23. Вот здесь у нас вода. Краны. Вот. Я боюсь, что они замерзнут. Вот, в общем, топлю. И рукой потрогала. Там дует вот в дверь сильно. Я вот уже постелила плед сюда старый. Такой вот плед постелила, чтобы не дуло в дверь. Боюсь, вода замерзнет. Ну, здесь вот у нас такая банька. Вот у нас в этом месте был пожар от печки. Вот, там вот сейчас асбест у нас стоит. Вот видно, что бревна черные. Вот. Потолок мы тут делали новый. В общем, и вот такая печка у нас стоит. Здесь самодельная. И здесь, ну, в общем, такое все недоделанное. Но я потапливаю, чтобы не замерзла вода. У нас здесь как склад. Картошка вот такая мелкая, два мешка. В ведрах вот картошка стоит. Вот, здесь бочки вода. Вот, ну, в общем, параон старый лежит.
Вот. Ну, в общем, вот так подтапливаю. А что делать? Вода замерзнет, будем без воды сидеть. Вот. Ну, наверное, на этом сегодня все. Всем пока-пока.